Тем временем чемпион паралимпийских игр по фехтованию на колясках Артур Юсупов посетил пациентов Луганской республиканской клинической больницы. Он привез для них гостинцы и провел лекцию о том, почему никогда не нужно отчаиваться и как даже с тяжелым диагнозом возможно вести полноценную жизнь. Самое главное, чтобы вы не отчаивались, не расстраивались. Жизнь ваша будет интересная. И все у вас получится. Когда человек теряет ногу, ну, или конечность, вот, он не до конца понимает, как он будет жить дальше. На самом деле, в этом понятно, что случилась такая история, но можно жить, продолжать так же полноценно.